Массовая авария произошла на перекрестке улиц Проспект Свободный и Лесопарковая. Грузовик ехал со стороны СФУ и на полном ходу врезался в оранжевые «Жигули». Следом в ДТП потянулись еще несколько автомобилей. Судя по кадрам, у воровайки отказали тормоза. Она не смогла затормозить перед стоящими на светофоре автомобилями. Растолкав их, виновник аварии проехал еще несколько десятков метров и смог остановиться только в районе следующего светофора. В ДТП повреждения получили не менее 5 машин, пострадавших нет.